Да он же просто щеголь. Эй, а я тебя знаю? Thank you.
Прошу прощения.
точно. Thank you.
У меня 6 детей. Случайно раньше. Департамент внутренней защиты.
Ты просто ничтож. Thank you.
Департамент ведения защиты напоминает, если вы кого-либо подозреваете, не молчите. Вокруг человека и гражданина сообщится. Thank you.
Департамент единой защиты напоминает. Наши глаза... ...ближайшему сотруднику Дэвиду. Никогда бы не сказал Хэнку Дотри лично, но я считаю его очень умным человеком. Пока мы его не нашли, он уже пару раз бежал из тюрьмы. Кроме того, он умудрился не сойти с ума. А с этим были проблемы даже у самых стойких заключенных. По слухам, именно Хэнк устроил несчастный случай с транспортом в Сэмон-Бэй. Именно он освободился и помог бежать двум другим проводникам. Только подумай, как изменился бы твой мир, если бы этого не произошло. Человек из сказки и баллончик краски. Департамент единой защиты.
занимаешься? Найди себе работу. Вкусно.
Это поможет. Сообщить о преступлении биотеррориста? Знаете что? Биотеррорист разрисовал... Жить, что же мне делать? Я узнала ваш голос, сэр. Это не смешно. Мы с вами разберемся. Ну ладно, леди, валяйте. Thank you.
Перестаньте ворчать. Начинайте. Извращенцы! Наблюдение за объектом.
Особое распоряжение. Худшее задание за всю мою карьеру. Нужно было руководить отбором людей, у которых Легенд-проводника. Мы вытаскивали их из этих огромных желтых клеток, разбросанных по всему городу. 20 брыкающихся, орущих людей. Они умоляли меня отпустить их. Одна женщина спросила, куда ее ведут. Я ответил, в безопасное место, где ей никто не причинит вреда. Сказал, что когда все закончится, она сможет вернуться домой. Надеюсь, на этот раз я был прав.
Надеюсь, это больно. Он даже круче, чем о нем говорят. Черт, как больно! И чего ты сюда пришёл? Мусор. Сверхспособности. Подумай. Ну и падаль ты. Я сделал мир лучше. Эй, ты, полегче! И кто тут охотник?
Всегда пожалуйста. Сказала ему, что у него обнаружен ген проводника, и есть шанс войти в ее команду. Он посмотрел на нее и расхохотался. Она была в ярости. Я уже видел, как она применяет эту тактику. Ты тоже проводник. Это срабатывает чаще, чем ты думаешь, но не на твоем приятеле. Он смеялся до тех пор, пока Августина не приказала отправить его в Кирданкей. Перед тем, как его отконвоировали, он сказал... Когда Делсинг к тебе придет, передай ему привет от Акамиши.
Thank you.
сообщить о преступлении биотеррориста. Но а во что вы одеты? Милый, это ты? Стоп, я тебя знаю. Ты хулиган, который все время звонит. На! Почему они еще отвечают на мои звонки? Сидел бы дома.
Извините, гады. Маля. Ха, ну надо такое придумать. Биотеррорист. Да, я слышал. Может, не будем говорить слово на букву «Б»? Какое? Биотер... Ну да, это слово придумал Дес, чтобы люди боялись проводников. Вот. Можешь называть этого типа как хочешь. Давай найдем его и выясним, что он знает про Августину. И заберем его силу. Хорошо, отлично. И заберем его силу. Ведь должно получиться. Слушай, только что нашли труп на углу 5-й и Брайер. Проверь. Но обещай... привлекать к себе внимание.
На месте преступления будут копы, понимаешь? Не дезовцы. Я, конечно, за тебя, но убивать копов? Я понял, понял. Перейду в режим оглушения. Так, я сделал, как ты хотел. Твои приятели целы. Спасибо. Хотя зачем суперсилы, если их не использовать? А, узнаю у младшего братца. Они первые начали. Вот поэтому все ненавидят биотеррористов. Все ненавидят проводников, потому что их приучили. Или потому что проводники убивают людей. А может, это потому что у них иногда нет другого выхода.
Так, я нашел жертву. Работа проводника. Очень впечатляет. Так, ты должен сделать пару снимков места преступления и отправить мне. Поищем зацепку. Вот тебе раны. Какой силой это сделали? Огненным взрывом, лазером? О, смертельным взглядом, разъедающим плоть. Да, от такой силы я бы и сам не отказался. Делсин, даже если это сделал проводник первого уровня, неизвестно, передается ли его способность. Ну, если передается, я сразу прибью того, кто придумал кликуху маляр. Братишка, да успокойся ты. Высылаю фотку, но кажется, он моргнул. Погоди. Там вроде сирены. Сейчас проверю. Так, Тесс только что поставил там кордон и предупредил полицию. Ищут проводника. Я проверю. Это не по мне. Скорее всего, там полно людей Деза, которым приказано стрелять на поражение. Ух ты! Прости, что прерываю эту вдохновляющую речь. Ты первую жертву опознал? Нет, ничего. Этого человека нет в базе. А ведь такой, как будто у него как минимум пара приводов за наркоту. Ты был прав. Здесь полно людей Деза. Ловят того парня. На карту поставлена их репутация. Ну да, моя тоже.
Да, у этого проводника есть свой стиль. Этакий злобный Зорро. Так, мне нужны... Я в курсе, лицо и раны. Ну, если это не трудно. Вот, лови, раны сейчас будут. Не нужно, я нашел по лицу. Это наркодилер. Длиннющий список обвинений. Поищи его товар. Может, он наведет нас на след снайпера. Ах ты! Что ах ты? Что? Телсин, ты как? Нет, не стреляй! Я тебя не трону! Будь осторожен! Не банальный совет! Эй, придержи огонь! Или чем ты там лупишь? Спокойно, спокойно! Я один из вас! То есть, один из нас! Да стой ты! Я ничего тебе не сделаю! Особенно, если не догоню! Вернись! Ну и катись себе. Догнал? Нет, он удрал. Быстро. То есть очень-очень быстро, как проводник. К черту смертельный взгляд. Хочу суперскорость. А не лопнешь? Вот что странно. Перед каждым выстрелом неоновая вывеска за ним слегка тускнела. Наверное, это источник энергии. Вернись туда и посмотри. Ты бы видел, что он вытворял. У него там лазеры или еще что. Заиметь бы такую силу в пару к дыму и уже тогда идти к Августине. Не спеши. Его сперва нужно найти. Ну, тут все говорит об одном. Это не снайпер, а снайперша. То есть как? Да это сразу понятно. Это самая девчачья снайперская позиция на свете. В каком это смысле? Не знаю, просто девчачья. Девчачьи шмотки, имя, бренд, выжженное на стене. Красивым почерком. И в конце концов, это логово убийцы очень приятно пахнет. Понял. Ладно. Пришли мне фотки всего, что покажется важным. А кто такой бренд? Понятия не имею. Ну, теперь понятно, что это женская обувь. Да, у них минус первый размер. Вот это да. Серийный убийца читает Джейн Эйр? Джейн Эйр, это над пропастью во ржи для девочек. Ну, это точно, скорее всего, принадлежит женщине. И я так решил.
еще что-нибудь есть? Сейчас поищу. Ну, это определенно зацепка. Да, это зацепка. Шансы невелики, но я все-таки параллельно пробью по базе имя Брент. Вдруг повезет. Знаешь, если бы у меня были дым и лазеры, я мог бы устраивать шоу прямо в гостиной. Хоть какая-то польза была бы. Знаешь, Редж, я тут думал про ее лифчики. Не надо. Не надо думать про лифчики. И я вот встречаю в гостиной такое пу-пу в дымом ей в рожу, а потом такой пиу-пиу лазерами по заднице. Хороший план. Слушай, есть совпадение. Имя Брент Уокер. Арестован 2 года назад за хранение наркотиков. И еще. Через 2 месяца его труп нашли в переулке. Причина смерти – ранение в грудь неизвестным колющим предметом. Высылаю тебе адрес. Да, у нашей крошки реально зуб на дилера. Похоже на то. Странно. Если она расправляется только с дилерами, почему в новостях говорят, что она убивает всех подряд? Типа, кто под руку подвернется? А что странного? Ну, по уму, Дэш упирал бы на то, что жертвы не были случайны. Чтобы законопослушные люди не дергались. Так паники было бы поменьше. Ты хочешь сказать, что Дэс пытается напугать людей? Их задача пресекать панику. Thank you.
Эй, я в переулке, но тут какие-то бандиты с пушками барыжат наркотой. Не хочу читать тебе нотации, но долг каждого сознательного гражданина в подобной ситуации вмешаться. Значит, теперь ты хочешь, чтобы я убивал своей силой? Я не говорил убей, просто вцепим, напугай, уничтожь товар. Селсин, я слышал выстрелы. Ты их убил? Я пытался исполнить гражданский долг, а они свой преступный долг. Редж, ты бы это видел. Наша попрыгунья спец по граффити. Первоклассный. Да, только не забывай, что она еще да и уж, киллерша. Да уж, деваха и не тоже промо. Первоклассная. Да, неплохо. Эй, может заберешь не только ее силу, но и капельку ее таланта? Не ерничай, все сработает. Бренд, 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 бренд. О, и тут бренд. Один бренд в голове. Лучше не оставлять зажженные свечи. Алтарь, как мило. Это даже трогательно. Ну да, только трогать можно по-разному. А вот и главная достопримечательность. Ух ты, а это уже диагноз. Значит, она покупает рыбную похлебку в ресторане, приносит ее сюда и ужинает тут на пару с неоновым брендом. Знаешь, на Аляска Вэй есть рыбный ресторан у Олафа. Там самая большая неоновая вывеска в городе. Если бы я питался ухой неоном, там бы и зависал. Ну, я пошел.
Эй, мистер, подпишите петицию в поддержку борьбы с наркотиками. Надо что-то делать, а то вся молодежь будет как Проныра Уокер. Проныра Уокер? Один из них! Бегите! Делфин, мы живем в свободной стране. О, Редж, ты меня слышишь? Я сел на кнопку вызова. Люди имеют право высказывать свое мнение. Я просто защищался. У них были и плакаты, и... листовки. Вообще, я тут подумал, ты будешь привлекать гораздо меньше внимания, если засядешь рядом с вывеской ресторана. Наша цель точно придет туда заряжаться. И ты не будешь палиться, влезая в драки с кем попало. Они сами начали. Ты иди уже! Теперь надо где-то спрятаться. Я не хочу!
Да, всю жизнь мечтал. Шпион в стиле бомжа. О, как пахнет. Почему я не забрала деньги у тех дилеров? Деньги, не бойтесь меня. Давайте дружить. Идите ко мне, будем вместе. Не бойся! Это же... Опять, что ли? Как в тот раз, Делсвин? Соберись. О, нет-нет-нет, ты не уйдешь, только не от меня. Не трогай меня! Ты умеешь бегать по стенам? Глазам не верю. Она уходит. Я доведу дело до конца. Давай, давай! Не трогай меня! Давай, Делсвин, поднажми! Если ты слышишь, расслабься. Назад я, просто... я не вернусь! Не трогай меня! Ей негде заряжаться. Плохая. Не пытайся меня убить, и тогда реклама пива еще немного поживет. Я сюда не вернусь! Thank you.
трогай меня! Хорошая новость, ей негде заряжаться. Плохая, мне темно. Не пытайся меня убить, и тогда реклама пива еще немного поживет. Я не вернусь! Я больше не слабая. Какой класс! Не слабая! Августину! Ты ее робот, как и остальные. Сколько тебе раз? Подожди, ты реально робот? Мне просто нужны твои способности. Не трогай меня! Эти способности вы же есть. Удивите меня. Вот это мне пригодится. От меня не спрячешься. Куда ты подевалась, чтоб тебя? Умница. Yeah.
никогда не думала, что окажусь одной из них. Моя сила стала для меня открытием. Родители меня сдали. Они понимали, какая участь меня ждет, и все равно вызвали копов. Я не знала, что делать. Но мой брат Брент просто схватил наши куртки, и мы сбежали. Это было трудное время. Мы скитались по городам без гроша в кармане. А потом мы встретили дилеров и попробовали наркотики. О да, с наркотой мы обрели рай. Но нам все время было мало. А ломки были ужасные, настоящая агония. И когда тебе нечем ширнуться, когда ты начинаешь думать, что у тебя украли заначку, из-за наркотиков, из-за боли можешь совершить такое... О, боже, Брент, я... После этого меня сцапали без особого труда. Но я попала не в обычную тюрьму. Меня учили стрелять, учили убивать. И когда я сбежала, я пустила все эти навыки в ход. У меня было все, чтобы свершить месть. Брент, обещаю, у каждого встреченного дилера я выжгу на груди твое имя, чтобы больше никто не страдал, как мы. Я положу этому конец. Элфин, ну ты живой? Что это было? Ты молодец. Молодец, брат. Ну-ка, вставай. Вставай. Ничего? Ты молодец. Я знаю, куда упрятать эту дрянь. Там Августина ее точно не найдет, и она уже больше никого не трогает. Нет, нет, нет. Она борется с наркодилерами. Борется? Делсин, да она их просто убивает. Ну а я что делаю с Дэсом? Тебя вынудили! Ты спасаешь свой народ! Нет, оставь ее. Нет, да уж нет! То, что у тебя с ними общая болезнь, болезнь, а не дар, не значит, что мы собираемся водить дружбу со всяким сбродом. Так, я пойду с тобой до конца, ты понял? Но ей место в клетке. Эй! Вопросы проводников решаю я. Ни ты, ни мы, я. Вот как? А мистер Беззаботный приживал и решил взять на себя ответственность. И за кого, а? За убийцу, биотеррористку? Еще слово, Редж. И я разобью твой красивый носик. Ладно. Завтра она убьет чьего-то отца, а послезавтра чью-то мать. И ты будешь за это в ответе. Переживет. Ага. Поговорим? Давай. Да, Редж.